Всем салют, дорогие друзья! Сегодня у нас пятница, и сегодня я хотел бы поговорить о муравьях. Точнее, не поговорить о муравьях, а посмотреть на ихнюю жизнь. Давно я не заглядывал к нашим муравьишкам. Живут они хорошо, размножаются, правда, не так быстро, как хотелось бы. Я думал, что после Нового года переселю их в формикарий, но, к сожалению, маловато их для этого, хотя я и ложу белковый корм, но все равно колония размножается медленно. И еще катастрофически быстро кончается вода в пробирке, но это, я думаю, поправимо. Опять их попросим переселиться в новую квартиру, поставим пробирку с другой стороны, и они переселятся. Ну что ж, приступаем. Еще хочу предложить сегодня вашему вниманию канал Тизи. На канале вы увидите распаковки посылок, обзоры разнообразных товаров из Китая и не только. А еще здесь есть очень интересные видео с уроками по Sony Vegas. Смотрите, мне очень понравилось и помогло. Подписывайтесь на канал, ссылочка будет в описании. Я уже подписан и вам советую.